3 сентября. Ежегодно в этот день наша страна отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом о днях воинской славы России и связана с трагическими событиями, которые произошли с 1 по 3 сентября 2004 года в Беслане. 1 сентября 2004 года. Террористический акт в школе номер 1 города Беслана, Республика Северная Осетия, Алания. Террористы в течение 3 дней удерживали в здании более 1100 человек, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы. Погибло 334 человека, среди них 186 детей. Июнь 1995 года. Террористический акт в Буденновске Ставропольского края. 195 террористов во главе с чеченским полевым командиром Шамилем Басаевым атаковали город. Захватили более 1200 заложников. Погибли 129 человек. Пострадало более 400. Сентябрь 1999 года. Террористический акт в городе Буйнакск, Республика Дагестан. В грузовике ГАЗ-52 размещены около 3 тонн взрывчатого вещества. Был взорван у жилого дома, в котором размещались семьи 136-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации. Погибло 64 человека, из них 23 ребенка. 146 человек раненых. Март 1999 года. Взрыв на центральном рынке Владикавказа, Северная Осетия. Погибло 32 человека. Ранено 168. Декабрь 2013 года. Террористический акт в здании железнодорожного вокзала на станции города Волгограда. Погибли 18 человек, среди них двое детей. Ранены 45 человек. Декабрь 2013 года. Террористический акт в троллейбусе маршрута номер 15 в городе Волгограде. Погибли 16 человек, ранены 25 человек. Сентябрь 1999 года. Террористический акт в городе Волгодонске, Ростовская область. Рядом с девятиэтажным жилым домом номер 35, Октябрьское шоссе, взорвался грузовик ГАЗ-53. Погибли 19 человек, 89 пострадали. Беслана, Буденновск, Владикавказ, Казань, Волгодонск, Махачкала, Москва, Первомайский, Санкт-Петербург, Пятигорск. Помним, скорбим. В день солидарности, борьбы с терроризмом по всей стране вспоминают жертв террористических атак и сотрудников силового блока, павших в борьбе с террором при исполнении служебного долга. Сегодня необходимо помнить, что борьба с этим злом возможна только единением всего российского общества. Наша твердая и непоколебимая позиция неприятия любой экстремистской идеологии, являющейся базисом террористических проявлений, нулевая терпимость к оправданию терроризма в любой форме, станет залогом успеха в борьбе с этим злом. Мы в состоянии в единении оградить наших граждан от воздействия вербовщиков терроризма, в состоянии не дать проникнуть им в умы и сердца наших сограждан. Нашими едиными усилиями последовательная политика государства, единение с обществом и народом позволит нам защитить наше будущее, наших детей от угроз террора.